подводим итоги нашего ежегодного конкурса для журналистов «Европейский союз Казахстан. Укрепляя медиапартнерство». В течение недели в Брюсселе все основные институты стран Европейского союза, но и отправятся в начале июля в Бишкек для участия в работе министерской встречи ЕС «Центральная Азия». На мой взгляд, это замечательная возможность не только узнать что-то новое о политике Европейского союза, Центральной Азии и в Казахстане, но вместе с тем узнать чисто для их профессиональных журналистских навыков, что делает европейские СМИ, европейские медиа журналистов такими эффективными.